А вот в школах Акмолинской области за соблюдением санитарных норм отныне будут следить еще и волонтеры. Эта работа в регионе уже началась. Первыми проверки подверглись учебные заведения Щучинска. Члены мобильной группы обращали внимание на наличие у входа дисковриков, антисептиков и приборов для измерения температуры. Преподаватели и ученики в обязательном порядке должны были соблюдать масочный режим и дистанцию. По результатам первого дня нарушений карантинного режима не зафиксировано. К слову, сегодня в дежурных классах обучается больше 3000 несовершеннолетних жителей области. В прежнем режиме работают малокомплектные школы. Люди даже должны знать, куда они отпускают своих детей. Готова ли школа к приему детей или нет. Всю информацию мы передаем в министерство. Это идет на стол к премьер-министру. И они там уже рассматривают. И через акиматы районные, либо через область уже будет наказание и решение всех проблем.